Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, пойду. Может, постригут. Не знаю. Короче, вот так. Пошли. Короче, девочки, мальчики. Хорошо, оделся вот так вот. Да. Думаю, ладно, пойдем. Ну, главное, чтобы не облили. Да. Короче, вот так. Ну, уже, что хочу сказать, самокаты уже это, поставили. Ну вот, видите, как хорошо. Да. PVC работает. Работает PVC. Но мы не пойдем в PVC. Ой. Так тепло. Я вот так вот. Короче, конфетки вот такие. Небо, смотрите, какое потрясающее. Потрясающее небо. Прям, смотрите. Потрясающе. Такие конфеты купил. Буревестник называется. Там церковь, короче. Вот. И колокола были сейчас. А я, блин, не могу. Короче, вот так вот, девочки. Ай-яй-яй. Что такое происходит? Вроде сейчас одеваться не надо. На-на-на. Видите, какая? Лужа. Лужа-лужа. Лужа-лужная. Ужасная. И вот так вот, девочки-мальчики. Церковь, колокольня. Ой. Ну, как всегда, вот, знаете, показываю вам. Да. По оврагам ты ходила. Много денег приносила. Ой, кошмар, да, девочки, мальчики? Солнце прям. Солнце. Сильно. Пиздос, девочки, пиздос. И эта дорога аляулю в грязи. Уже все, видишь, какая поебень. Пойдемте, девочки, мальчики. Я еще с кофе иду и кусочек сахара. Девочки, мальчики, это Мандец Иванович. Сейчас присядем на снежок. И будет... Ой. Ой-ой-ой. Помните, я тут показывал уже и в прошлом году, и в этом году, уже в 20-м году, и в 18-м. Ну, тут, конечно, все менялось, да? Где-то... Вот видите, как я? Вот так вот. Ну что хочу сказать? Ну есть. Там не было сахара, девочки, мальчики. Не было. Пришлось и так. Ой, по грязи. Не в князи. Где бы? Где бы, где бы? Было бы где. Ой. У меня еще 3 кусочка сахара есть. Можно запросто. Пока приёдничать. Да. Кофе сделать. Кофе. Как-то так.
Лето на белом снегу. Девочки, мальчики. Да? Тут скамеечка есть. Давай сюда встанем. Усядемся. Девочки, мальчики. Короче, вот, смотрите. Два кусочка сахара. Короче, вот смотрите, какая у меня прическа теперь. Да, прям вот а-ля аудио. Такая, ну, причесочка. Вот. Вот так вот. А по сравнению с тем было что? Короче, любви вам, удачи. Мяу! 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 Да, сейчас я разденусь, все.